Вижу, ты отыскал нашу столовую. И как пиво, не слишком теплое. Не мне об этом судить, госпожа. В кружке моей токмо козье молоко. Молоко? Что за глупые шутки? Погоди, я сейчас скажу кабачику, что думаю о нем. Не нужно, ваше величество. Я сам и спросил это питье. О, ну раз так. Добрая книга гласит: спиртным затмившись, света не узришь, и с пути ко добродетели собьешься. Да, что-то в этом есть. Я рад, что вы понимаете меня, госпожа. Я приму к сведению. Будь здоров, Эйк. А этих золотые солнца я развешу у себя. Из нильфгаардцев хорошие невольники. Даже в гроб-то положить нечего. Кровь только и осталась. Это те самые овраги. Бестия должно быть недалеко.
глубине извилистого оврага лазутчики нашли вход в большую пещеру. Увидев белеющие меж камней кости, Эйк соскочил с коня и вынул меч. «Слава богам! Мы попали в логово бестии!» — сказал он, вознося глаза к небу. «Можем мы лишь надеяться, что и в бою они нас не оставят!» Мэва критически осмотрела свой щит. Дерево, обитое кожей и тонкой жестью. Эта защита остановит меч, но выдержит ли она удар чудовища? Увидев ее колебания, Рейнард приблизился к королеве и сказал: «Госпожа, никто не скажет дурного слова». «Но подумают», — ответила Мэва. Узрел я бестию, а на голове ее рога богохульные. О, боги! У меня... Остерегайтесь когтей! Они ре... Берегитесь! Ее хвост излива... Чего надо? Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Проклятие! Нагрудник что-то жмет. Достаточно одной стрелы. Укажите мне цель. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл.
Узрел я бестию. О, боги! Остерегайтесь когтей! Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Левый, правый, левый, правый. Лирия! Достаточно одной стрелы. Готовься к бою, если честь дорога. Укажите мне цель. Берегитесь! Ее хвост изливает! Прибереги свой! Не жарко в такой куртке-то? Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Скажи, что шутишь. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Узрел я бестию, а на голове ее рога богохульные. О, боги! Остерегайтесь когтей, они режут... Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Берегитесь! Ее хвост изливает смертоносный яд!
Укажите мне цель. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Одно и то же. Готовься к бою, если честь дорога. Доспехи их не спасут. Лирия! Мы должны доверять друг другу. Возблагодарим богов за эту великую и святую победу. Теннесли одолели Мантикору, а крики умирающей бестии, многократно усиленные эхом, были слышны, как говорят, даже в отдаленной спальне. Госпожа, много я встречал монархов на своем пути, но ни один из них не проявил в бою такого мужества, как ваше величество. Мужество. Не люблю я этого слова. Оно не подходит женщине. Я предпочитаю слово «отвага», но благодарю. А теперь скажи, ты уже принял решение? Нет, госпожа. Служите, но верю, что они на вашей стороне, как пострадавший от несправедливого и предательского нападения. Значит, добро пожаловать в ряды моей армии. Странствующий рыцарь согнулся в поклоне так низко, что его видавшие виды кольчуга затрещала. Мэп. Thank you.
От сева и до жнива не каждому быть живу. Негодяи будут наказаны! Готовься к бою, если честь дорога! Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. У меня-то уж нету сил. Чего надо? У меня-то уж нету сил. Не жарко в такой куртке-то? Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Левый, правый, левый. Правый. Скажи, что шутишь. Я не устрашусь, меня ведет вера. Чего надо? Рыцарь обязан прийти на помощь, как велит кодекс. Достаточно одной стрелы. Укажите мне цель. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Доспехи их не спасут. Не жарко в такой куртке-то? Проклятье! Нагрудник что-то жмет. Лирия! Достаточно одной стрелы. Одно и то же. Дисциплина принесет нам победу. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись.
В войсках мне делать нечего. Левый, правый, левый, правый. Укажите мне цель. У меня-то уж нету сил. Приезжая румяные луга, Мэва услышала звуки перепалки. Что? Ну это уже после... При виде Мэвы лорды несколько сбавили тон. Но хотя в час Нильфгаардского нашествия у Мэвы были дела поважнее, она решила... Как я понимаю, у вас обоих рыльца в пушку, сказала королева. Но у меня нет времени разбираться... А я говорил, хвосты свинячьи, решим это между собой. Но... А я говорил, хвосты свинячьи, решим это между собой. Но нет, сюда заходи.
Ну что? Ну что? Было чудище, как я и сказал. Ты кто? Ну что? Ну что? Было чудище, как я и сказал. Ты кто теперь на голову стукнутый, а? Я уж подумал, что жить нам теперь под Нильфгаардским ярмом. Все как всегда. Короли воюют, а холопы за все расплачиваются. В последнюю минуту нас от смерти избавили ма... Я уж подумал, что жить нам теперь под Нильфгаардским ярмом.
оживленно тут в последнее время. Лирия, Лирия, а вы, госпожа, тоже на речь? Оживленно тут в последнее время. Солдаты привели эльфа, которого Мэва спасла от самосуда. Оказалось, что это он отравил запасы питьевой воды, в результате чего позже умерло несколько солдат. Да, я это сделал. И не жалею. Процеди. Нильфгардец. Я должна привести тебя в столицу и казнить на рыночной площади, сказала Мэва. Добро пожаловать домой, Ваше Величество. Наконец-то мы вернулись домой, госпожа. Да. И чувствую, что недолго нам радоваться. Скоро нужно будет снова выйти в чистое поле против черных. Какое-то время еще будет тихо. После той трепки, которую вы задали им под Дровоградом, они должны будут обдумать свою стратегию. Я говорил, королева задаст им жару, кобелям этим вшивым. Ранней весной Мэва отправилась из Лирии в поездку на совет монарха. Путешествие обещало быть недолгим, так что королева не взяла с собой много охраны. Теперь же она возвращалась в столицу во главе армии, ведя закованных в кандалы бандитов и нильфгардских пленников.
Весь город вышел к ней навстречу. Купцы, жрецы. Мэва и Вильям ехали бок о бок и мягко улыбались ликующим. Добро пожаловать домой, матушка. Как я рад вновь тебя видеть. Я тоже рада. Хотя моя радость была бы несравненно большей, увидеть я тебя при Дровограде, во главе... Вильям, я оказала тебе доверие, оставив королевство на твоем попечении. Это так. И я старался выбрать, что лучше для... Сын мой, на наш дом напал Нильфгард. Идет война. Правителю не время задумываться и выбирать. Время взять в руки щит и меч и защищать под... Ты не дала мне закончить. Хорошо. Пожалуйста, продолжай. Я опасался поспешных решений и не хотел ошибиться, матушка. Узнав о нападении, в замке собрались лорды. Они потребовали их выслушать и дали наставление. Слепо бросившись навстречу врагу, я бы не увидел общей картины. Не узнал все тонкости. Все тонкости не может знать никто. Но несмотря на это, король должен действовать. Встретимся на заседании Совета Лордов. Мне нужно под... Совет Лордов собрался в тронном зале, украшенном шкурами диких зверей и зириканскими коврами. Лорды ожидали королеву в молчании, а когда ее силуэт появился в дверях, согнулись в поклоне до земли. Надеюсь, лорды отдохнули. У нас уйма дел. Уверена, нам придется встретить рассвет здесь. Во-первых, нужно попросить помощи у короля Димовенда. Писарь, пиши. Любезный дядюшка, кузен... Проклятие. Дальше. Я Мэва. Ваше Величество, матушка. Мы с лордами предлагаем иной выход. Неужто? Как... Признать власть Нильфгарда и присягнуть на верность императору. Что-что? Черные орды многократно превосходят наши силы. Они лучше вооружены. У нас нет ни малейшего шанса выстоять против них. Не рассказывай мне об армии Нильфгарда, сын. Ведь ты видел ее только на картинках. Тогда как я встретилась с ней у Дровограда лицом к лицу. И победила. Но, Ваше Величество, какой ценой? Сколько ваших подданных погибло ради мимолет? Нет! Не бывать этому! Вы поняли? Я надеялся тебя переубедить, но, видимо, не вышло. Как бы то ни было, жребий брошен. Мир с Нильфгардом подписан. Благородные лорды на моей стороне. Кровь отхлынула от лица Мэвы. Сын, доселе презиравший политику и пренебрегавший обязанностями наследника, нанес ей удар в спину. А вместе с ним и весь двор. Что это значит? Измена средь бела дня! Вас всех ждет виселица! Вильям — новый король Лирии. И если вы не одумаетесь и не признаете мира с Нильфгардом, то боюсь, что встреча с палачом будет ждать только вас. Колдуэлл, хватит! С головы моей матери не должен упасть ни один волос, ясно? Заточить королеву в башне. Сын, ты ошибаешься. Королева была брошена в узилище. Золоченые доспехи она сменила на простые одежды, а дворянскую свиту на стаю крыс. На следующий день она услышала, как трубачи трубят фанфары после подписания вассального договора. Лирия потеряла свободу. Мэва стояла у окна, сжимая прутья решетки, и выла от бессилия и злости. Я пришел в неподходящий момент? Черт тебя подери, Колдуэлл! Ты ведь давно все продумал, да? Позволь... Вижу, ты обо всем догадалась. Как видишь, не такой уж я плохой стратег, как... А Вильям? Как ты его одурачил? Паренек не готов носить корону.
У него недостаточно сообразительности. Виллин очень хотел доказать, что он опора государства. Я дал ему такую возможность. И за это получил щедрую награду. Если ты ждешь... Да нет, я по другому делу. Как ты понимаешь, Виллин не хочет твоей смерти. Мало того, через некоторое время он наверняка начнет сожалеть и захочет тебя освободить. Поэтому завтра утром, когда молодой король поедет на поклон к генералу Айбдаги, ты повесишься на простыне. А, я поняла. Ты хочешь посмотреть, этому не бывать, Колдуэлл. И не надо присылать сюда своих головорезов. Прощай, госпожа. Наслаждайся своим последним вечером. Мэва чувствовала, как ее охватывает отчаяние. На рассвете в коридоре раздались шаги. Мэва подняла... Кобелины князь? Учитывая обстоятельства, опустим формальности. Просто Гаскон. Тебя подослал Колдуэлл? Убить... Не первое и не второе. Ты свободна. Я поясню. Этот пройдоха граф Колдуэлл использовал меня и кобелей из Палы в качестве приманки, чтобы сбросить твою царственную задницу с трона. Я не злопамятен и легко могу простить даже то, что ты была готова отправить меня на эшафот. Только одного терпеть не стану, если кто-то держит меня за дурака. Поэтому, когда кобели меня отбили, я решил поступить на зло Колдуэллу и освободить тебя. То есть, при одном условии. Ты должна меня об этом попросить. Учтиво. Я многое способна сделать для своего королевства. Даже склонить голову перед бандитом. Прошу тебя, Гаскон, прозванный Кобелиным князем. Верни мне свободу. Ты даже умолять умеешь с достоинством. Настоящая владычица. Ты свободен. Благодарю. А теперь прочь с дороги. Я должна добраться до мужской тюрьмы. Вот и пойми женщину. Освобождаешь ее из одного подземелья, а она ли... Там держат Рейнарда. А если кто-то и остался мне верен, то это он. Я должна его отбить. Одна? Без оружия? А у меня есть другой выход? Кое-какой есть. В казематы города бросили еще пару ребят из кобелей. Королева согласилась на предложение. Хлопоты начались только когда вся компания выбралась из... Гаскон! Дьявол, куда он подевался? Госпожа, нам надо спешить. Колдуэлл должно быть... От Севы и Дожнива не каждому быть живу. Не нравится мне это. Надо было слухать мою бабу. Ты же не думала, что я тебя так и оставлю? Честно? Левый, правый, левый, правый. Чем они больше, тем проще попасть. Вашим услугам. Проклятые предатели. Госпожа, какие есть гарантии, что он не... Погоню!
Госпожа Маргарита про это рассказывала. Берегите головы! Одно и то же. Мой любимый цветок – розочка. Колебаний. Будь оно все проклято. В эту жатву вместо жита черных косить будем. Благодарю за помощь, Гаскон, тебя и твоих людей. Не за что. Кобели никогда не упустят повода для драки. Для драки? Сын пошел против матери. Лирийцы против лирийцев – это война. Кровавая война. О, я думал, что война только что кончилась. Нильфгард занял твой королевство. Значит, соберу новую. А потом верну трон, повешу Колдуэла и выгоню нильфгардцев за Яругу. Ты спятила. И где ты наберешь солдат? Будешь лично созывать по деревням? Нет, в Эйдирне. Король Димавент обязан мне помочь. А по дороге я, быть может, найду каких-нибудь добровольцев. Хм. Ну, первый у тебя уже есть. Как это? В Лирии нам все равно нечего ловить. Схроны потеряли. Всюду кишмя кишат Нильфгард. И к тому же, меня забавляет мысль, что гордая Мэва будет сражаться плечом к плечу с бандитом, которого только что хотела повесить. Что ж, как говорится, враг моего врага – мой друг. Именно поэтому я не могу отвергать ничью помощь, независимо от того, кто ее предлагает. Так тому и быть. Ах, как вы добрые, ваше величество. Может, обнимемся в знак примирения? Нет. Жаль. Ну тогда по... Лирия ей больше не принадлежала. Мэви пришла.